Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Приветствую вас, друзья! Сегодня обзор по 13-му каталогу. Стала той страницы новинки серии, которую реально ждала. Это серия против пигментации. Если вы девочка вот-вот ближе к 30, и даже если у вас еще нет пигментации, это не означает, что у вас ее нет. Она, скорее всего, где-то глубоко скрыта, и любое нарушение, гормональное нарушение, стресс, она в любой момент может бах и просто-напросто вылезть, и все. И тогда справиться с ней действительно будет сложно, и это не мгновенный результат, этот уход. В прошлом году я вам рассказывала о том, как справлялась со своей пигментацией, и ура-ура, в этом году мое состояние вот сейчас осенью, да, когда у меня пик пигментации был в прошлом году, состояние такое, как будто я полгода или год за ней ухаживала. Эта серия аналог азиатского ухода. Как вы знаете, там тщательно ухаживают за лицом, они не загорают, они максимально защищают свою кожу, потому что понимают, что молодость кожи очень важна. Эта новинка в России, в некоторых странах мира, но в азиатском уходе уже несколько лет была эта серия, сейчас ее улучшили, доработали. В Китае, где она была просто бум, там рост компании такой был сильный, масштабный за последние годы, что сейчас по товарообороту она догоняет и скоро перегонит Россию. И в основном заказы это на wellness и вот эта серия. Я видела фотографии, когда они делали до, после, показывают, рассказывают истории вот с такими глазами, да, когда они видят эффект, конечно же, много людей присоединяются в Oriflame только на эти серии. Это шикарный уход. Но что принципиально новое сейчас не только в серии против пигментации, но и во всех линейках на Veg, это то, что тоник, очищение и тоник сейчас убрали и заменили вот только одним уходом. Да-да, почему это сделали? Потому что, несмотря на то, что мы все прекрасно знаем, что обязательно тоник должен быть, очищение без тоника, деньги на ветер и много-много-много пословиц, и мы знаем, почему нужно пользоваться тоником. Компания Oriflame несколько лет разрабатывала формулу, чтобы с очищением и тонизированием справлялось всего лишь одно средство и клинически доказало, что это средство работает как очищение и тонизирование вместе взято. Это не просто дешманский тоник 2 в 1, которая просто убирает этап тонизирования, а это реально протестировано клинические средства. Это средство также нам подарили в Мадриде. А что мне понравилось, не понравилось? Понравилось очищать, все хорошо, но мне хочется больше пенки, оно не пенится. И напоминает по состоянию что-то между молочком и очищающим средством на Veg. Что-то такое среднее, но справляется великолепно с очищением и... Также, что меня порадовало, сегодня только пробовала, вам покажу, это как можно это очищающее средство, которое не пенится, вспенивать при помощи вот такого спонжика и при помощи салфеточки, которая у меня уже высохла. Сегодня я вам покажу, как работает новинка, очищающее средство на Veg, очищение тоник 2 в 1, вспениватель и такая салфеточка. Симпатичная упаковка. Похоже на платочек? Нет. Не такое мягкое. Смочим спонжик. Давайте вот два нажатия. Посмотрим, как оно будет работать. Будет ли оно вспенивать. Вот у нас получается первая пенка. Пенку собираю уже непосредственно в салфеточку. Мы вот так пенку наносим. Да, такой способ умывания для меня непривычный. Здесь мало косметики, но очищает очень хорошо. Дальше мы эту тряпочку стираем и удаляем остатки. Одна сторона более мягкая, вторая шершавая. Я осталась очень довольна. Ощущение, как будто я пользовалась скрабом. Те средства, которые необходимы, буду использовать каждый день. Начинаю эксперимент по уходу за своим лицом. Сегодня 19 сентября. Давайте подробно рассмотрим мою пигментацию для того, чтобы потом сравнить каждый месяц, насколько она будет проходить. Клинически доказано, что использование всей этой серии уменьшает пигментацию на 50%. Начинаем уход мы с сыворотки. Ее нужно буквально капельку.
Сыворотка – это как транспортное средство, как поезд с вагончиками, куда потом садится крем, и этот крем потом проникает в глубокие слои вашей кожи. Не нужно наносить сыворотки больше, чем одна горошинка, одно нажатие. Далее мы наносим крем для век. Это много. В основном крема, как рисовое зернышко, мы наносим. Нежный крем сокращает пигментацию, осветляет кожу вокруг глаз, уменьшает припухлости и темные круги, разглаживает морщинки. Ничего страшного, что мы нанесли больше крема. Это также хороший уход за зоной вокруг губ. После этого идет либо дневной крем, либо ночной. Дневной крем в баночке плотной консистенции, а ночной словно флюид. Смотрим. Технология Multibright целенаправленно воздействует на меланоциты, снижая выработку меланина. Экстракт стволовых клеток гордении стимулирует синтез коллагена и защищает его волокна от естественного разрушения и укрепляет структуру кожи. Содержит запатентованную технологию Multibright и экстракт стволовых клеток гордении SPF 20 защищает от ОФ-фильтров. Ночной уход также запатентован технологией Multibright. Есть флавоноиды гинга для антиоксидантного эффекта. Также увлажняет кожу, борется с пигментными пятнами, осветляет и выравнивает тон кожи. Серия Bright Sublime – это эффективная инновационная разработка Oriflame. Клинически доказано, что эта серия убирает на 50% вашу пигментацию. И не надо ждать мгновенного эффекта. Цикл клетки кожи равен примерно вашему возрасту. Если мне 38 лет, то клеточка, обновляясь, двигаясь к поверхности и отмирая, вот этот цикл у нее 38 дней. То есть, соответственно, минимум 38 дней должна проработать эта серия. И уже на новые клетки действовать, уже на обновленные, да, и уже показывать результат. Я буду тестировать, покажу вам кожу до и после. В комплексе эта серия стоит 8070 рублей. Вы скажете, наверное, дорого, но по сравнению с чем? Когда я летала в Японию, я думала, что-то возьму с азиатского ухода, с японского ухода. Но когда я посмотрела, сколько стоит хорошая серия по уходу за лицом, там только один крем стоит около 10 тысяч. Известная сыворотка эликсира Скицуту стоит более 15 тысяч рублей. И я уже не говорю, сколько эта серия стоила в целиком совокупности, поэтому я даже не пробовала. Если вы берете целиком набор, будет 5600, и сейчас действует акция. Только в этом каталоге получаете еще праймер затирка пор в подарок. Он стоит 1400 рублей. Выгодное очень предложение, поэтому пробуйте. Показана система простых 4 шагов. Очищение, сыворотка, ночной крем, дневной и крем вокруг глаз. В каталоге в подарок праймер для лица Novage. И обязательно пишите в комментариях, как вам эта серия. Всем успехов, до новых встреч. Пока-пока.